Здравствуйте, меня зовут Сидорова Ирина. Я живу в городе Клину, и у нас совершается страшное преступление, которое называется Алексинский карьер. У нас сейчас монтируют систему дегазации, такую как в Кучино. 25 декабря у нас зажгли малый факел. Он работает без фильтров. Анализ состава свалочного газа не сделан. То есть свалочный газ имеет в своем составе органические соединения и хлор. При температуре 1035 градусов он сейчас, прямо в эту секунду, сжигается, превращается в диоксины, и все это разлетается у нас по округе. Нам просто страшно за наших детей. Мы просим помощи, мы просим погасить этот факел. Наша глава, Алена Сокольская, занимается запугиванием клинчан и врет нам в глаза, что запах, который накрывает город, это очень сильный запах. Неприятен, но не вреден. Сотрудники МЧС говорят, что если вы чувствуете запах сероводорода, то уже есть превышение ПДК для жилой зоны минимум в 3 раза. У нас под Алексинским карьером располагается стратегическая водная капсула для Москвы и Московской области. В 3 километрах у нас располагается аэродром военно-космических сил. То есть вы понимаете, да? Нам страшно, что летательный аппарат может упасть на город. Нам страшно, чем дышат наши дети. Позавчера у нас началась строиться объездная дорога к Алексинскому полигону, под которой планируется вырубить 50 гектар леса. Мы просто скоро начнем задыхаться. Мы просто просим помощи остановить вот это вот преступление. Нам нужна закрытие полигона, его грамотная рекультивация. Нам нужны грамотные специалисты, грамотные экологи. Мы просим хотя бы для начала погасить факел, который работает без фильтров и который травит наших детей диоксинами. Спасибо.